Вакцинация может уберечь вас от последствий и от осложнений этой болезни. Болезнь до конца не изучена. На мой взгляд, решение вакцинироваться – это будет самое правильное решение. Любого пациента перед тем, как вакцинировать, он заходит на прием к доктору или к фельдшеру. Ему измеряют сатурацию, ему измеряют температуру, ему измеряют артериальное давление и задают ряд вопросов важных. И все это отмечается. Вакцина нужна для того, чтобы либо не заболеть коронавирусом, либо, если заболеть, то перенести очень легко.